Так, народ, здорово. Три дня я тут выцеглевывал треки различные. Слушай, у нас тут есть режим же выживания. Давай-ка мы немножечко здесь поразвлекаемся. Так, ну, у нас они пойдут отсюда, да? Значит, здесь огнеметку. Здесь пулеметку. Здесь мы ставим вот эту хренотень. Здесь мы ставим... да, продадим. Здесь мы поставим лучше вот так. Так, ладно, давай горцуй. Танк. Здесь ПВО. Я думаю, оптимальный вариант. Так, котейкина сюда. Этого сюда. Так, все. Посмотрим, сколько волн переживем. Починил он, блин, да, обновление было игру. Зараза. Ну ладно. Так, тебя и на тебя не хватает пока, да? Жалко, конечно, но ничего не поделаешь. Мы 19 волн пережили, да? Да, здесь уже все почти максималочка.
остается только... не знаю. Мины расставлять. Обалденно точно. Я прям мастер попаданий. Жесть какая. Это неплохая прокачка героев, должен отметить. Так, 26-я волна, это уже гуд. Что мы получим за это? Вот этих вот кристаллов интересно. Это и самый главный вопрос и есть. А, здесь мы опыт-то не получают, они вроде, да? Сейчас посмотрим, если опыт не получает, ну хреново будет, чё. Кстати, а что с минами? Они что, не кончаются здесь? Там просто несколько, я понял. Забавно. Этот момент я как-то не ожидал. Так, 30-я волна, это уже гуд. Да и развитие мин тоже помогает, и то так не кисло, я тебе скажу. Хотя может что-то было изменено под волнами. Вполне возможно. Блин. Если опыт не прокачивается у ГГ, бляха, мой, это будет очень хреново.
Ну слушай, два раза больше практически волн мы пережили. А это уже не хуйственно. И кому же, если ждать вот так вот, к примеру, банально. Очень все цивильно. Я понял, как их убивать, все. Больше мин надо. Да, вряд ли я от этого буду получать опыт КГ. Жалко. Так, 36-я волна, говоришь, да? Ну, надеюсь. Хотя уже намного лучше, я тебе скажу. Там нет 15 треков, в принципе, музыка такая, хоть не дает уснуть. Надо будет в некоторых играх ее поиспользовать. Ой-ой-ой, больно. Ну и все. Сколько я заработал тут? Копеечек. Чё? Я, конечно, извиняюсь, но это, блин, трындец. Это, ой, как жутко мало. Я вот тебе что могу сказать. Это ни о чем. Ладно, туман, поехали. Так, туман, у нас здесь, значит, они будут идти. Я понял, значит, мы делаем вот. Нет. Так, мы здесь будем делать, значит, вот эту штучку. Здесь огнеметку. Здесь нам нужна будет замедлялка. ПВОшка. ПВОшку вот сюда поставим.
Так, туман-то хоть немного будет расходиться. Да, он расходится по чуть-чуть. Это, в принципе, главное. Но слишком по чуть-чуть. Ладно, теперь с этим будем экспериментировать другом. Че остается-то? Мне танк нужно где-то здесь поставить по-любому. Если там есть место, правда. Отлично. Место для танка мы нашли. Так, здесь тогда мы ставим, у нас что будет? Огнеметку еще одну воткнем. Здесь тогда, пожалуй, вот так. На всякий случай пригодится. Так, еще одно ПВО ставим. Блин, а там народу приперло. Ребят, вас реально дофига. Так, и тогда нам надо импровизировать. Немножко поконкретнее. Будем вот так вот делать. Вариантов не слишком дофига. Ну,
котейки нам надо улучшать. Ого. Хотя мы здесь должны сейчас более-менее это все раскочепердолить. Я в этом почему-то, блин, не уверен. Ну, нормально. А вот теперь с одного удара ты ушатал. Вообще, погоди, разница что ли такая дикая? Это немножко странно. Даже стрёмно. Так, а тут взвод танкистов нам сейчас будет нужен. А уже ничего не нужно. Но опыта мы здесь должны хапануть довольно жутко. Да, опыта мы реально хорошо хапанули. Ну-ка. Так, ставки. Угу, по одной мини. Это хорошо, по одной мини. Это только урон пока. У этого тоже урон. Кин, ты когда у меня там прокачаешься нормально, скажи, пожалуйста. Было бы неплохо узнать это. Так, здесь мы все заанчурили. Теперь у нас вот здесь идут места, которые я даже пройти-то не смог. Так, у нас отсюда они пойдут только, да? Ориентировочно. Ага. То есть мы можем их направить только на ориентировочно. Тут место покаяния будет вот так вот, в принципе, все они пойдут. Да, наверное.
Значит, ошибку допустил какую-то один разочек. Тут, кстати говоря, будет самая тема тебя поставить. Вот вообще в абсолютку. А здесь у нас... Чёрт, поставить танк там. Вот тебя поставим. Хорошо пишется. У нас остается только одна база с одним подходом, да? Пять что ли отсюда? Странно как-то. Не хватает мне на танк, зараза. Ведь ты усрись. А танк нужен. По-любому. Ну, отлично. Этот тоже там хорошо, отлично так устроился. Так вот поставлю. Для безопасности. И значит, ставим мы еще здесь. Или нет?
ставим здесь. Да, замедлялку ставим здесь. И надо бы здесь там еще поставить одну замедлялку, но тут уже это не важно. Отлично, по шикосику. Да, жалко, их перемещать нельзя, вот сюда бы ее поставить. Да, кстати. Её бы тоже не помешало улучшить на всякий. Такое обалденное количество, даже не знаю, куда девать. Я мог бы сказать, куда засунуть. Такс. Даже кое-кто уровень поднял. Отлично. Что ж, на этом, в принципе, пока я серию закончу. Увидимся в следующих. Всем удачи. Всем пока.